Ладно, возвращаемся, в общем. Извиняюсь, что приходится все заново перепроходить. Просто у этого, как бы, эмулятора есть одна особенность, про которую я забыл, и, собственно говоря... Ничего страшного, в общем, продолжаем. А ты наушники не одел? Надел. А, ну, блин, из-за меня все равно я. Хотя ты у меня на 20%. Ну, я могу его чуть меньше говорить. Это Nokia? Да. Или чё? Не знаю, какой-то телефон. Никак не спит, нет? Семьдесят процентов, блин, прошло все заново. Ладно, хрен с ним. Господи. Опять этот совун. Я, может, прямо сейчас начну собирать для тебя небольшой сборничек, потом еще. Жалко, что ВКонтакте только 200 мегабайт можно передавать, вроде как. Ага. 2 гигабайта можно было, ну, на что-то. Сейчас. Ну, что, и серваки летят, памяти не хватает вообще. Ну, понятно. Экономит. Тебе каких-нибудь халков тоже поскидывать? Ну, типа, Metal Mario там где-нибудь? Поскидывай. Кажется, секретную область мы уже проскочили или нет? А, нет, походу нет. Тусы будет потом. Bye.
Ладно, ничего страшного. Обязательно скину Конкера, это которого обычно печатают на обложке Чипа Дейл 2 или Чипа Дейл 3. Белочек. Угу. Да блин, какого черта он встал? Я же держал кнопку зажатой. Ты как к Зельде относишься? Хорошо. Так, колесо вернули. Мы не знаем, как этих пчел обойти еще. Если я еще никому не надоела. Да не надоела. А, кстати, вот этот эмулятор еще мне напоминает какой-то спектрумовский, как раз на котором я показывала прохождение вот этого. Контр тоже. Mm-hmm.
Блин, забыл, что он... Ага. Что интересное рассказать. Забылся, что он еще летать не умеет. Пытаюсь затыкать кнопку. А да, это ну, пока короче, ничего не дает. Это улучшение какое-то. Ну да, он обучится этому умению на, скажем так, четвертом уровне. А на... Так. Где-то так на уровне восьмом он еще научится, короче, делать очень высокий прыжок. Не, я, короче, заведу себе новый Яндекс.Диск и скину туда публичной ссылкой, и ты скачаешь, хорошо? Окей. А у тебя все турки есть, как бы это смешно не звучало. Ну, вроде как, да. А то я закидывать их хотел. Или там 4 всего. Вроде. Ну, да. Ну, вот у меня 4 как раз. Ну, ты можешь все равно закинуть. Ой. Там Yoshi Story есть, на которую, короче... Ну, вообще она была на SNES, но в которую нам не удалось поиграть за неимением SNES-мышки. Ну да. Про Зена есть игра. Ну да, я ее тоже качал. Там вроде как файтинг написано. Хотя вроде на эмуленде и битэмапы файтингами называют. No. Забавная физика в игре. Он так подпрыгивает тоже немножко, когда там оказывается. Так, ладно, здесь, мне кажется, я все собрал. Вообще, летучая мышь кричит не как летучая мышь, а как какой-то стервятник. Кстати, где-то же должен быть квест ИА. В прошлый раз мы, по-моему, ему не вернули квест. Поэтому своеобразный смысл в этом перепрохождении есть. Это, конечно, не First Run, но почти как First Run, потому что я давно не играл и уже не помню многие секреты и вообще места, где некоторые вещи расположены. Ой.
Ладно. Пойдем все-таки кру. Блин, не достать. А хотя может так? Нет. Смешная парочка хаков Super Mario 74. 74, забавно. Года. Ну да, я про это как раз подумал. Ой, какое дело. А еще там сделали Galaxy. Даже два. Здорово. На самом деле, само появление Марио на игровой сцене, его на всех консолях и пиратили, и хачили, и взламывали, что только не делали. Уже есть игра Super Trash 64, я тебе ее скинул, но если там не в том самом виде они. Ну ты сама проверь. Первоначально. Я чё? Ура! Ну если все будет получше сработать, то... Большая просьба к чату, пожалуйста, не молчите, поговорите со мной. А с тобой? Со мной тоже можно. Как бы, да, если... Без каких-нибудь... Не особо... В общем... Такого не будет. Да. Если без этого, то вполне можно нормально поговорить. Ой-ой-ой. А хотя что, я ойкаю, да? Ничего не произошло. В принципе, тут все достаточно сидящее. Если бы я сам там не ступил в одном моменте, мне бы не пришлось все это перепроходить. Может, я в этот раз все-таки найду хвост, а? Кто знает. Кто знает. В детстве я его находил. Так, ну и что у нас там? Вообще отлично. Хостинг файлов, блин. И фотка этой жены Прохора Шаляпина. Такой старый хостинг, что ли? Не знаю. Ладно, лучше, наверное, все-таки побыстрее попытаться пройти. Чтобы еще хватило время на одну или две другие игры. Обновила
сайт, в общем. И, блин, у нас оказалось всего лишь 3 человека. Это в чате или да. На просто? Ну ладно. Хорошо этим детям, которые смеются. Я все-таки загружу на хостинг, если не получится нормальной ссылки на одном, я кину еще и на другую. Хорошо. Но в всяком случае ссылка будет либо в чате, либо... Ну, я тебе все равно перекину в контакт. Тут надо быть внимательным, вниз. Хорошо. Вниз. Вправо. Вниз. Вправо. Вниз. Вправо. Браво. Блин, вроде и молчать не хочется, и не хочется, чтобы это было. Право. Вниз. Какой же вычурный этот кролик. Должен быть скромняшкой. Но он больше зануда. Ну да. Наш лучше, пожалуй. Вправо, вниз, вверх. Вправо. Надеюсь, ничего не напутал. Вниз. Тут хотя бы запомнить можно. Самое вверх. Сложное было, это когда Спайра Мугба, там разные звуки, в общем, статуи издавали, и по ним надо было бить. По несколько раз. Вправо. Вниз. Мелочи. Вверх. Вниз. Вправо. Вниз. Вверх. Вниз. Слава богу. Такое чувство, что
не вправо, а вправо говоришь за то, что он выполнил трюк. Ну, может и так. Так, отлично. Все, мы быстро дойдем до того места, где остановились, я надеюсь. Потом, может, и Дональд Дагуэн Куакер взглянем. Ну отлично, они, блин, 477 мегабайт не хотят грузить на свой хостинг. Да это они тупо вообще пользователей накручивают, потому что предлагают зарегистрироваться. Премиум? Нет, ну просто стать пользователем. Да. Ну, вроде бы в некоторых соцсетях, впрочем, если регистрируешься, за каждого пользователя же деньги. Один горшочек с новым. И дальше летим. Лару. Отлично. Очень красивые световые эффекты тут, кстати, периодически. Ну и не только тут, вообще в играх на Nintendo 64. В Дональд Дак и Гуэн Куакерс есть очень красивые блики. Тут вон такие световые, как бы это правильно сказать, не знаю. Лучи. Падающий сверху. Шарфик улетел. Не мог бы ты найти его, тигра. Конечно! Тигра добрый самаритянин, он всем помогает. Ай, и Винни-Пуху, который сожрет весь мед, если как бы ему доверить собирать эти горшки для вечеринки. И вот Ру, который не послушался маму и не смог нормально завязать шарф. Но, в конце концов, это ведь и показывает, наверное, что он хороший. Не то чтобы человек, но хорошая личность его. А то все его вечно как-то карикатурно воспринимают.
Это, кстати, довольно прикольно и неожиданно, то, что игра во вселенной Винни-Пуха, но при этом главный герой тигра. Такой почти спин-офф. Лети, лети. Листок через запад на восток. Не сработало заклинание. Ладно, ничего страшного. Кстати, Руя, не забыл ли отдать его шарф часом? Да, не забыл. Слава богу. Ой. Интересно. Ладно, ничего страшного. Будем просто медленнее чуть-чуть продвигаться, вот именно где костры. А то в прошлый раз как-то поторопился и навалился на один. Как дела? Вроде нормально, вот прохожу. Скоро опять будем с пухом играть в пустяки. А там глядишь и до совы с ее ножницами доберем. Ты мила, но она тебя больше завлекла. Ну. Ну что, игра хорошая, позитивная. Не, не такая адски хардкорная, как всякие там некоторые другие. Ну, если так вообще судить, ну, на самом деле, вообще годная игра. Ну, приятно поиграть, вспомнить детство, все дела. Так, кролик опять говорит, что опаздывает. Не совсем, правда, понятно, куда. Возможно, на свой огород, который сейчас вовсю сплюют. Ну, в смысле, в котором все растения следуют. Вороны. Так, Ру. Все-таки Ру большой, я смотрю. Точнее, наверное, Кенга. Большая фотолюбительница. Сколько одинаковых фоток наделала. И раскидала по уровням. Ну, или, может, это Кристофер Робин сделал. Есть. А это ты у нас в группе работаешь, да? А, в смысле, ссылки кидаю на стримы, да, я. Только, ты знаешь, что лучше делать? Вот ты нажимаешь на надпись, там внизу есть такая вот, прямо скомментировать вчера. Ну или, короче, когда, на время нажимаешь, вот. Когда было опубликовано, и закрепить кнопочку, это будет... в качестве обложки верхнего поста. Так, нажать на время и выбрать закрепить, да? Да. Хорошо. Стараюсь запомнить. Bye.
Хочешь прикол? Конечно. У меня сейчас Steam закрыт, но у меня периодически выплывает уведомление, что Fox играет в DC Online. Это все за нафиг. Это надо как из Skype выходить, получается, каким-то хитрым образом. Или что? Я думал, закрыл Steam и все. А он, получается, все равно продолжает работать. Это я не знаю. Блин, что-то тебе так тихо стало слышно. Ну. Не знаю. Так. А ну, мы сейчас заберем недостающие горшочки. Я лучше знаешь, что перейдем. Сделаю? Документы Blanche Steam, короче, загружу эти все. Ну, так. Хорошо. Рома. Ну, угу. Это хостинги вообще обнагли. Экономят, экономят. Какие же они нафиг хостинги? Так, метлу, метлу вернуть пятачку. А Яндекс? Пусть и, возможно, за это ничего не дают, кроме приятного сознания, если ты кому-то помог. Ну. Нет, ну а выгружает уже тоже помогает. Нет, я имею в виду то, что я вот весь возвращаю. Колесо нет. От телеги к ролику, метлу, пятачку там. Это самое... Потом... А, Руш, Арфик, вот. К сожалению, хвост А я не нашел. Он, наверное, на том дальнем отступе, уступе был. Точнее, не, на той дальней ветке. Тебя громче сделать не хочу. Срань какая. Сейчас кнопочка. Во! Кнопочкой нажала, чтобы было громче. Надеюсь, она сделает громкость. Поговори. Ну вот мы продолжаем, в общем. А, черт, впервые она меня задела. И меня одна жизнь, ну ничего страшного. Ворон. Угу. В принципе, если он потеряется, я просто окажусь ближе к выходу. Вот, забирай свою метлу. Не, ну сами новые черепашки ниндзя, вот эти вот трейлеры на скринах, на фото. Классные, но это уже, по-моему, не черепахи какие-то. Это в смысле фильм, который с Меган Фокс будет, что ли? Да. Или. А, понятно. Там именно мутанты, потому что вот если раньше они были именно черепахами, да? А тут они уже какие-то люди, но. Ну хорошо, что их хотя бы инопланетянами не сделали, как хотели изначально. Это было бы то еще извращение. Вообще, я вспоминаю опыт Горца, идея превратить персонажа, который точно не был инопланетянином, в инопланетянина, к хорошему не приводит. Так, ну давай, только попробуй меня не пропустить. Солнышко, солнце. Вообще, всегда с небольшим даже перевесом собираю. Сейчас будем с этим неблагодарным медведем играть. Thank you.
Ну, вроде все собрали фотки рун на этом уровне. Пустяш не тух. Ладно, шучу. Ну, в смысле, игра называется «Пустяки». Хотя изначально называлась «Пушинки», типа, в честь Винни-Пуха, и там они шишки кидали вместо палок. Но, типа, ветки лучше плывут, и их легче различать. Где чья? В принципе, иногда можно расслышать Алана Каммингса, который озвучивает Пуха в этих заставках или в самом геймплее. Давай, я им рэди, как прям, как никогда рэди. Давай. Давай, начинаем. В принципе, игра прикольная достаточно, вот эта мини. Вот именно ты ее оцениваешь, да? Прикольно. Ну да. А тебе не нравится? Не, ну мне нормально. Да. Я всегда ценю, когда что-то такое есть, в дополнение. Можно было бы сейчас на каких-нибудь, знаешь, планшетах сделать симулятор игры в пустяки, типа, с большим количеством участников. Кто-то в «Поле чудес» переиграл. Ну да. Чуть-чуть есть. А чё, а я обожаю на самом деле эту игру на смартфоне, мам тоже любит. Не, ну хорошая, да, там. Видно, что авторы старались от души, много всего прикольного сделали. Я думаю, даже это тот редкий случай, когда ремейк обогнал оригинал. Именно что касается «Поле чудес» на Android по сравнению с «Полем чудес» на DOS. Хотя на DOS тоже хорошая игра, несомненно. Так. Ну поехали, типа, да? Как говорил. Ну недавно еще игра на ПК появилась, Дмитрий Бочило сделал. Такую вот сборочку. Собственно, если ты чего-то хочешь, сделай это сам, реально. В этом случае это так. Ну да. Вроде поговорка такая, что типа, хочешь, чтобы что-то сделано было лучше, делай сам. Эй, подожди, как? А, нет, все правильно, это тигра. Не послышал, что Винни-Пух обрадовался, думаю, как это я вроде раньше бросил, а он все равно победил, но... Так, ладно, давай, крестик, и давай крестик. Тут чисто на реакцию. Не зевать и бросать. А это была самая первая на повторение. Ну, в принципе, последняя чем-то на первую будет похожа. Отлично. Винни-Пух проиграл, но он не расстраивается. И, типа... Еще успеет меда обожраться. Да. Говорит, типа, что... Ну что... А! Все, я понял. Вот эти суперудары, короче, ну в смысле, там, полеты, дальний прыжок. Это нас как раз они обучают, вот эти, условно говоря, боссы за победу в мини-игре. Вот он как раз сейчас рассказал, как можно выше прыгнуть. Типа... Сейчас нам покажет, точнее, сова подробнее, я думаю, объяснит суть. Так. Ты можешь прыгать выше, используя хвост. Ага. Да, как я и думал, удерживай, а потом отпускай. Ну, по-моему, так, да. Как всегда, очень умиротворенная музыка. Так, нет, подожди. Нет, я что-то неправильно. Нет, подожди, не прыжок мой. Нет. Подожди, как она сказала, надо сделать? То есть он сказал, надо сделать. А? По новой можно как-нибудь спросить? Нет, похоже.
Там ведь было что-то про удерживай. Неважно, я говорю, там было что-то про удерживай, да ведь? Что нужно вообще? Надо сделать высокий прыжок, хвостом оттолкнувшись от земли. Я помню, на компьютере там типа... Переспросить никак? Нет. Вот, блин. Там типа нажимаешь Ctrl, отпускаешь и все. Так, ладно, я еще раз посмотрю кнопки тогда. Тут. Так. Е, У, П, У, С, В. Ну, пожалуйста, тигра, ну прыгни выше. Блин. Там какую-то одну кнопку надо просто нажать и все. Но какую имеет? Волшебную. Так, может пробел? Слишком много кнопок, блин. Да, пробел, фу ты, блин. Все. Нормал. Вообще кнопок тут действительно больше, чем на всяких там NES, NES, Sega, Mega Drive. Это может создать определенные трудности для новичков. Не, ну конечно, на самом геймпаде ихнем это, наверное, не так заметно, а вот если на обычном, на моем так вообще там кнопок вообще не хватает. В плане того, что у меня 12 кнопок, а нужно... То мне даже, по-моему, едва с аналогом хватает. Потому что нужны кнопки поворота камеры в некоторых играх, да, обязательно. Нужны для перемещения. А также нужны для всяких ударов и спецударов. В общем, весело. Ну, в общем, тут тоже просто в итоге. Пробел зажал, отпустил, все дела. Ага. Так, ждем, когда приплывет это ящик или что там. Или перепрыгнуть тоже. Нет. Ой. Вообще чем-то напоминает какую-то колыбельную, типа там... Опять. Все твои соседи белые медведи. Так, черепаха. Что-то там надо на черепашей, короче, спине переплыть или вроде того. Упс. Вообще, если не ошибаюсь, если долго на черепахе стоять, она просто начнет под воду уходить медленно. Потому что ей не нравится, что на ее спине кто-то стоит. Полетели. Так, там вверху что-то есть.
Кстати, если не ошибаюсь, тут мы можем, вот, когда уже пройдено это, вернуться на предыдущий уровень уже с этими суперспособностями. Так. Падаем. Опять падаем. Так, по-моему, тут опять надо что-то подождать, да? Или нет? А, какого черта? Да, зря я так. Ну, ничего страшного. По крайней мере, тут понятно, что он об лёд бьется. А почему его раньше вода... А, хотя там осенью было дело. Ой, нет. Там осенью было дело. Поэтому тоже, видимо, каким-то образом уже был лёд. Так. Мне это все положительно не нравится. Да, блин, пошло сливное место. В смысле, это, как это правильнее сказать, место, где легко запороться. Поэтому тут надо как-то по-особенному. Так, есть прыжок, есть полет, есть высокий прыжок. Блин, не долетел все равно один хрен. О! Теперь добрался. Винни-Пуху нужен зонт. Зимой. Не, ну вдруг простудится. Ну да. О, черепашка, понятно. То, что некоторые тетеньки, особенно со странностями, они круглый год ходят под зонтами некоторые. Так, еще осталось 40, ну, точнее, уже меньше 40 собрать. Грустный, прям как Джеймс Бонд. Так ему больно об лёд стукаться каждый раз. И тут как бы никаких хелпов не предусмотрено. Решили, что раз уж ты не умираешь по-настоящему, то и ладно. Можно особо и не лечить. Прикольное изображение. Ага. Тигроляндия какая-то. Так, отлично. Надеюсь, не зависит что-нибудь тут, кроме льда. А, ну конечно. И причем? Вроде и просто яма, но в них падаешь и попадаешь лишь не раз только в тайные, ну и или не тайные, но полезные места. Угу. А вот ты планируешь играть? Ну не знаю, я хотел сначала пройти вот это, потом поиграть в Дональда, а потом уже посмотрим. Не, вообще, это... Есть идея вообще ее попробовать хотя бы? Ну да. Так. Далеко отсюда до Винни, интересно. А, не, не очень. Мне интересно только по ощущениям, как это будет. Сильно ли отличается? Я думаю, Фима. О, смотри, в этот раз не стукнулся об воду даже. Графон-то там явный. А, рано я обрадовался. Ну а сюжет там и декорации? Ну, вряд ли они отличаются. А может там что-то совместили, не знаю. Но музыка там отменная, я слышала вот именно из нинтендовской версии.
Да, так вот все приятно видеть, что сделал приятно другу. Так страдал без этого зонта. А мы ему помогли. И черепахи добрые в этой части локации. Подвозят. А ты помнишь, как в Magical Quest 2 там босс черепах? Злой родственник этих черепах. Наверное. Что-то я не долетаю. Которому надоело. Такая работа добрая. Тут как-то тоже надо рассчитать оптимальный этот самый, как я не знаю, напряжение или типа того. О, долетели. Оп. Да. О, ну куда же без тебя, дорогая? Рона, иди в жопу, ты напилась. Да. Да, что себе еще такое? Перебродивших ягод насралась. Я бы не удивился. Ягода малина. Нас к себе манила. Да. Так, осталось собрать 2, чтобы пройти уровень. А чё там делает пиксельный снеговик в 3D-игре? В гости заскочил. Сноумен. Лови сюда, красотка. Во. Снег тоже красивый. Хоть и простенько сделан вроде. Так, понятно. Ясно. Осталось всего 2 уровня до конца этой игры. А что будет, если встретится Винни-Пух и Шао-Кан? Не знаю. Шао-Кана перекормят медом. Шао-Кан обрадуется, пойдет к нему брать автограф, такой: «Привет, ты же тот самый Винни-Пу!» А это такой: «Кан!» Да. О. Ну, типа, рад видеть. Кстати, этот уровень называется «Тигры, чудовище и гардероб». То есть они решили еще и Нарнию продернуть. Ой, всем пофиг, это синенький уровень. Ну да. Не, ну я уже в детстве отметил эту отсылку. Довольно забавно. Так, какую я там игрушку последнюю грузила? Так, GoldenEye 007. Знаешь такую? Да, знаю, она тоже на Эмленде есть. О, кстати, зацени, слонопотам. Качал уже, да? Нет, еще не качал. Вот скачай сейчас игрушку. Угу. Я просто не уверен, насколько она хорошая, но, в принципе, посмотреть можно. Про Джеймса Бонда мне фильмы нравятся, в принципе, можно и на игру посмотреть. Я просто сделал такую подборку, сейчас я ее выгружаю. Вроде пыталась такие не очень плохие игры выбирать. Ну там, для меня лично плохие игры, это в которых я не разбираюсь, какие-нибудь эти спортивные, но не то, чтобы я спортивные не разбираюсь.
Просто в некоторых там, ну, какие-то хуйбиты надо делать, и там особый комбо. Ну, для меня плохие это игры с идиотским сюжетом, убитым управлением, там, все такое. Ну, или просто, в общем, неприятные. Так. Good morning, Tiger. Ты, например, помнишь вот этот вот олимпийский стрим-то мой? Вот там... Игра Hyper Olympic на Sega Master System. И, блин, ну ты понимаешь, да, как я играла в нее, и что я там в итоге ничего не смогла сделать. Ну там, короче, вообще непонятная система. Нет, она мне была понятна, но квалификацию там не пройдешь даже. Короче, на втором уровне мы возвращали этому, как его, Ру Шарп, а тут уже самого Ру надо спасать. Если мы его найдем. Да, это прям как сыру. Там что, ничего нету, что ли? Че? Не, ну я вот сюда смотрю. Нет, тут ничего нету, понятно. Так, давай, давай, давай. Вообще, в этом самом. В этом самом. Книги и Гуляров, и Бук. И слонопотамов выдумали, а в музыке слонопотамы и буки реальными существами оказались. Но игуляры вроде так и остались вымышленными частью их местного фольклора. Так, мы еще загрузили Микки Спидвей. Микромашинки. Все такое классическое достаточно. Ну, интересно. Сборнички тут. Что-то звук стал особо ядрено лагать, знаешь? Или мне кажется? А, это всего лишь туман. Колючки доставляют. Да, доставляют много неприятностей, я бы сказал. Так. Где же этот проказник Ру подевался, мне интересно. Просто... Ауч. Ладно. Так, теперь стоим. А теперь прыгаем. Летим. Так. Тут важно не нарваться на ту колючку, об которую я в прошлый раз убился. А, и вот об эту, да. Так, стой, сильно не прыгай, тигр. Нет, ай. Да, вниз, я понял. Ждем.
залазим. И надеемся, что в этот раз он не убьется. Алекс пишет: всем привет, что тут у вас? Офис? Алекс. Алекс, пишет, привет. У нас тут... Подожди. Люк решил в Тигру погоняться на PS1. Это не PS1, я тебе это скажу. Nintendo 64. На Nintendo 64 много игр было, которые были на других консолях. Да, в принципе, довольно похожая вот у этой игры версия для 64 и для PS1. А вот Going Quakers там довольно ощутимо отличается. Надеюсь, я вот это пройду, я смогу показать еще ту игру. Давай, взлетай уже, толстую. Отлично. Не, ну согласись, лучше довольствоваться полной версией, чем каким-то там обрезком. Ну, я всегда считал, что ПК-гейминг самый такой, как бы сказать, ну, не то чтобы крутой, но предпочтительный, а чёрт. Хватит стукаться, тигра. Пишет: один фиг для PS1 тоже самое почти. Ну, у этой игры, да. У Going Quakers я потом покажу, там немного иначе. Там, ну, как по мне, поинтереснее, посложнее. А тут, в принципе, и для компа такая же версия, и для вот этой приставки, и для PlayStation. Я нашел хороший такой эмулятор. Именно 64-й нашел хороший... подборку неплохих ромов. И решил, что бы не поиграть, а то все это Sega, Dendy, SNES, а я все равно в большинство игр там играю довольно хреново. Тут я все-таки немного получше. Давай. Так, понятно. Давай, поднимайся. Так, стоп, что-то я делаю неправильно. Так, сначала вверх. А, все ясно. Ну, вообще-то, Алекс, это у тебя проблемы какие-то. Он, Люк, как раз носится. Вот я смотрю, все в порядке, ничего не проседает ни у кого. С FPS все в порядке. Ну, не знаю, у меня предпросмотр нормальный, в принципе. Да не предпросмотр, а все реально. Ну, и трансляция тоже, да. Ни разу не подгружалась, не тормозила, ничего. Да что ж ты все время не долетаешь, ну не подводи меня так перед людьми, тигра. Давай. Жестоко. Да. И еще раз. Оп. Так. Ой. Ладно, ничего страшного. Самая сидящая игра для детской любой другой психики. Давай. Ну что ж ты за полосатый, блин. Ладно, ничего, сейчас мы покажем круг. Надеюсь. Ну хоть не ушастый, полосатый. Ну, ушастый тут кое-кто другой. Другой персонаж в этой игре. Так, давай. Лети. Может, там какая-то еще платформа есть. Вообще. С другой стороны, это тоже чем-то хорошо. Если бы я слишком легко все прошел, это было бы не очень интересно. Что же вы от меня хотите, господа разработчики из Ubisoft? Задолбался уже. Так, ну тут все просто. Может быть, надо... Немножко подумаем. Ладно, стоим.
Никуда не торопимся. Ну, наконец-то. Аллилуйя. Просто. Еще раз давай. Умничка. Ой, опять эти твари. Я прям слышу их, да. Ага, не поймал, не поймал. А, так вас тут... Эй, какого черта? Я же это... Ну ладно, не важно. Сколько ж можно-то биться обо все подряд. Так, сильно высоко не надо прыгать. Вот после летучей мыши бы поставили чекпоинт, и все было бы зашибись. Полетели. Недолет. Да что ж такое, а? Чёртовы игуляры, блин. Вот, прошёл летучих мышей и поставили бы чекпоинт. Ну ладно. Ну ладно. Так. Ещё раз, как в прошлый раз я прошёл. Надо дождаться. Пока он будет... На самой крайней левой точке, да? Вот. Теперь все правильно. Но у меня, по-моему, всего один хелс. Ой. И мне опять проходить эту идиотскую колючую проволоку. Этих дурацких... Бук. Точнее, слонопотамов. И все из-за вас. А, нет. Нож-то не придется. Как повезет. Ну только ты его не огорчай, он нос повесил. Да. Так. Ага, у нас чекпоинт. Так, и вон сова. А где же все-таки ру? Или в другой раз его найти? А так пока просто пробежать. Музыка, кстати, чем-то похожа на ту, которая была во втором Гарри Поттере. Именно в фильме. Белая полоса. Не, сильно муторно. Так, посмотрим, собрали ли мы нужное количество. Заранее поставить каждый раз.
Да. Рано или поздно это должно было произойти. Ты не собрал нужное количество, так что дуй назад. Кошмар. Сколько это может продолжаться? Не знаю. Кстати, есть еще игрушка какая-то, квест 64. Ну и да. Я тоже загрузила в документ. RPG какая-то вроде, если я правильно понял описание. Вау. Так. Да, ты знаешь, что ура. Сейчас. Ага, вот. 76, а надо 85. И повторюсь, если кому-то нужны игрушки для Nintendo 64, я их загружаю в документы, в группу Blanche Team, там подборка лучше. Так, а там что у нас? А, понятно. Так, ладно. Повторим. Вроде я более-менее знаю, куда идти в этот раз. Так. Так, ну что тут у нас? Так. Я где-то пропустил секрет. Так, еще два, но все еще мало. Так. Вот. Чё? Секрет. Сейчас Винни-Пуха достанем. Просто я отвлекалась покашлять. Понятно. Потом еще. Сбегаем куда-то назад. Куройка. Ну, в смысле там. Кенге. Вернем сына. И после этого, я надеюсь, нас отпустят уже отсюда. Игрушка South Park Rally. Тебе такая знакомая? Да. Я, кстати, себе какой-то South Park скачал на 64-й Nintendo. Но, правда, по-моему, не эту, а другую. Так. Или не тут русское. Там было. Их три штуки. Просто South Park. South Park Rally. South Park Chef's Laugh Shack. Блин, тут же где-то должен быть этот. Или нет? Где же он спрятался? Ладно, попробуем все-таки его отыскать. Так, сколько я уже игр-то накидал? Уже прилично. Сколько? Ой, давай. Ну я сейчас не могу посчитать, потому что я по одному загружаю. Ну, там, короче, не позволило выделить. Сейчас посчитаю. Смотрю. Папа. В принципе, вот... Единственное, чем отличается от ПК-версии, там есть из мультфильма отрывки в начале каждого уровня, и все. А так та же самая игра. Загрузила 42. Так, давай. Подъезжай. Осталось 25. А хотя мне туда не надо. Угу. То есть мне туда надо? Упс. Куда я попал? ВТФ.
Про фильм про это, она говорит, что любит фильм. А, да, понял, я по померу оказался на чекпоинте, ну ладно. Ру найдется. Будем надеяться. Осталась последняя мини-игра. И все. Камень, ножницы, бумага с собой. Так, ну ладно, добавлю Рома Фейка. Тоже. Блин, все-таки в детстве я все находил. И хвост, и ру. Ну, может, потом перепройду уже чисто ради секретов. Угу. И вот так. Кстати, ну, монополия тут... тоже. Ага, тут тоже надо угадывать. Типа камень, ножницы и бумага. Так. О, Таз Экспресс. Обязательно рандодин. Но поскольку вы есть нашей группе, найдите все это дело сами. Вот оно. Тайгерс Ханихан. Оба проиграли в этот раз, ничья. Круто. Так, ты, короче, следи, говори, что мне нажимать. Ножницы, камень или бумагу. Опять. Откуда я могу знать? А, да, у тебя же задержки, извини меня. Не, я, не в задержке дело, я, как я пойму. А, сейчас она меня опять победит, да. В следующий раз камень, наверное. Блин, тигра расстраивается, так неприятно. А вот сейчас попробую ножницы. Yeah. Он так же сказал. Я угадал. Ага. Надо 4 раза ее победить. Как обычно. Сейчас попробую. Я даже не знаю, помогу или камень. Камень давай. Бумагу надо было. Да, да, блин. Ну откуда? Тут же рандом не было. Рандом, нет? О, блин. Да, это оказывается самая трудная часть. Тьфу. Переигрывать. Нахрен. Расстроили тигру. Да, да, Try Again, конечно, как же иначе-то. Чтобы как-нибудь эти заставки скипнуть можно было бы. Ну да ладно, ничего.
Да, ребята, жестокие вы. Слушай. Слушай. А что? Я ведь камень выбирал. А выпадают ножницы. А, понятно. О. А, я не на те кнопки жму, блин, чё я. Надо не на Эйвис же, а на вас. Есть. Остался последний тур. Да. Ух. Так, а? Ну вот и прошли. Вот и Кристофер Робин. Кристофер тут очень удачный. Ага. Кстати, вон он ру, крайний правый, так что его спасли без нас. И все счастливы. Все праздно. Happy end. Ладно. Расклад такой, короче. Сейчас прерываемся ненадолго, а потом возвращаемся с игрой. Сохраниться можешь? А, вот старт, да, старт сейв гейм. Are you sure? Yes. Вот. Я говорю, сейчас прерываемся ненадолго, а потом возвращаемся с игрой Donald Duck Going Quackers. Mm-hmm. На этой же самой платформе. Ладно, так, где там моя OBS?